пройти скрининг, обследование организма и получить рекомендации специалиста. В Центре общественного здоровья рады каждому. Здесь не вылечат существующие болезни. Главная задача специалистов центра – выявить патологии, дать оценку состояния здоровья и направить к нужным специалистам для дальнейшего обследования, если есть необходимость. Наша задача не просто провести свое обследование, да, а определить, есть ли у этого человека какие-то факторы риска неинфекционных заболеваний. Если у человека в процессе данного обследования что-то выявляется, безусловно, во-первых, мы разговариваем, да, с данным пациентом, да, что нужно ему делать самостоятельно, да, плюс даем рекомендации о каких-то назначениях, либо даем направление либо по месту жительства, либо куда-то еще, да, в зависимости от того, какие результаты непосредственно мы получаем. Первым делом у пациентов берут кровь на сахар и холестерин. Далее измеряют давление и силу рук. И это дает медикам понять, есть ли у человека проблемы с шейно-грудным отделом позвоночника. Окулист проверяет остроту зрения и измеряет внутриглазное давление. Дальше пациента направляют на ЭКГ, спирометрию, высчитывают соотношение клеточной, жировой и мышечной массы тела. После того, как все результаты готовы, обязательная консультация терапевта. Пройти обследование можно рабочим коллективом. Специалисты принимают как в центре, так и выезжают на предприятие. Мы прекрасно понимаем, не у всех есть возможность надлительно отвлечься от работы. Да, тогда мы организуем такие выезды непосредственно на предприятие. Да, для этого нам нужны просто кабинеты, все оборудование мы берем с собой, и все обследование, которое можно пройти на базе нашего центра, можно пройти и на самом предприятии, не отвлекаясь длительно от работы. Пройти всех специалистов можно за полчаса. К этому времени медики составят полную картину состояния здоровья человека. Главное – записаться на обследование заранее. При себе необходимо иметь паспорт и страховой медицинский полис. Анна Тищенко, Александр Кудряшов, Улправда ТВ.